Всем привет! Я люблю математику, поэтому хочу глянуть, на сколько процентов был ослаблен рубль за время пандемии. Возьмем за точку отсчета время работы нового правительства. 16 января 2020 года. Доллар в то время стоил 61 рубль 43 копейки, а сегодня, 17 марта 2021 года, он равен 73 рублям 10 копейкам. За это время доллар укрепился на 18,99%, то есть весь импорт должен вырасти почти на 20%, учитывая прибыль магазинов. Мы знаем, что аналитик Анатолий Кузнецов предрек сильное ослабление американской валюты. Он заявил, что из-за роста стоимости нефтепродуктов российский рубль укрепится, а доллар в конце апреля ждет обвал. Аналитик ожидает, что в апреле американская валюта достигнет максимум 76 рублей за доллар, однако к концу месяца его ждет провал почти до 70 рублей. Доллару, равно как и всей американской экономике, скоро конец. Коллапсирующиеся американцы могут ринуться всей толпой за билетами на самолеты в России. А 70 рублей за доллар – это провал доллара? Пишите в комментариях, подписывайтесь на канал Live Format. Это ваш формат. Live Format.